народному радіо. А ми продовжимо кружити і голову, і інформаційне поле. Поле, яке сьогодні тут представляє інфопорт і Дмитрій Яїцький, головний редактор інфопорта, інформаційного портала. Сьогодні ми розмовляємо про інфоповоди, які були в Одесі, і які визивали в Одесі бажання спілкуватися про це в Фейсбуку, на кухні, і десь там в коридорах. І в других соцсетях. І в других соцсетях, і сьогодні здесь теж на народному радіо. Катя, ты что-то прям палец поднимала. Да, я поднимала палец. Я выйти хочешь? Просто... Нет, я уже вышла. Я бы хотела рассказать о том, что не произошло, к сожалению, или к счастью, может быть, к счастью, в Одессе, но это произошло в... общезначительном городе Лос-Анджелес. Вот, всем известная большепопая Ким Кардашьян случайно в ресторане забыла своего ребенка. Просто вы все такие очень серьезные, а я захотелось мне как-то развеселить всех. Ну, ты запереживала? Я запереживала, да, разволновалась. Вот, и, у меня в ответ на твою, я как в картах готов походить. Давай. Знаешь, ответочка. Я сегодня действительно стал спокойнее, я обрел некое внутреннее равновесие благодаря этой новости. Значит, впервые за несколько лет Ринат Ахметов наконец-то снова возглавил рейтинг самых богатых украинцев. Так. А Петр Порошенко вернулся в число миллиардеров. Но ребята, заживем! Я вернусь домой сегодня, заварю себе пакетик Липтона и умиротворенно действительно вздохну. Даешь прошлогодние сухари, друг! Да, те самые с сахарной пудрой. Я тебе еще приглашаю, знаешь, что предлагаю, что сделать? Как бы не закусить, а залезать конфеткой Рошен. Все это. Естественно, но да. Не есть. Не есть. Они оставь будут на Новый в год. Оставить, да, на Новый год оставь, да. Новый год, да, Рождество. Так, ну что, продолжим. Покуролесили? Да, да, давайте дальше. Опять ты серьезный. Мы говорим о трендах в информационных поводах и главное о том, как они воспринимаются одесской общественностью. Так. Общественность Одессы — это все люди, зарегистрированные в Facebook с пометкой «Одесса». Да-да-да. Однозначно. Однозначно. Вот. Заканчивается один информационный повод, начинается другой, и специалисты из области туризма становятся специалистами в области автомобилей. Ну, у нас, моментально. Если да. ты не специалист фамилии во всем... Фамилии не меняются, да, при да, этом, да. да, да. да. А сейчас хочу поговорить о Елене Орловой и ее муралах. Красота, на самом деле. Которые вызвали много эмоций, обсуждения... И знаешь, как это надо создали видеть? Настоящий ком информационный. А сейчас мы поговорим о Елене Орловой и ее муралах. Ее забавных муралах. Да. Слушайте, ну, первое, во-первых, муралы существуют по всему, по всей планете. Их огромное количество в больших, малых городах. И мне кажется, ни одного повторяющегося пока еще да. не было. И да. появление их в нашем городе, то, чего до сих пор не было, для меня лично это огромный шаг вперед. Это большая честь, на самом деле. Это и большая честь, что приехало огромное количество людей. Это отличный известных повод. Художников. Известных художников. Это отличный повод приехать в Одессу, пофотографировать, снять. Это повод появиться Одессе в новостях по всему миру, как очередному городу, на которых мировые художники нарисовали это. И это украшение для города, на самом деле. Я не понимаю, понятно... Лучше бы утеплили стену. Вот брюзжание людей, к сожалению, всегда приводит к одному. К отсутствию... продвижения какого-либо и куда-либо. Есть еще да. одна интересная история, особенность у этой фишки с муралами. Да. Это недовольство общества... нарастало, и, о боже, это случилось. 10-й мурал не получился. Но он сбежал не получился, художник. Он не завершился. Да, и да. это, мне кажется, само по себе должно стать достопримечательностью, потому что вряд ли в каком-то городе еще есть незаконченный мурал. Ну, конечно. Да, предлагали, кстати, многие предлагали оставить. Да, покрыть его толстым слоем лака, чтобы никто не плевался на него. И оно вот так должно стоять. Пройдет 2, 3, 10 лет, и это будет главной достопримечательностью среди всех муралов, которые есть. Ребят, я сейчас налью Артему Валидола, да, а соседи еще на лицо этому муралу утеплитель должны нанести, такой желтый. Да.
Это тогда будет вообще хорошо. Нет, да. Ты понимаешь, как я прекрасно понимаю, что были сложности определенные с художником, были проблемы с его стороны, наверняка не без того, что проблемы с нашей стороны, оно всегда так, к сожалению, происходит. Но факт остается фактом, муралы есть, муралы в нашем городе увеличились, их количество быстро появившихся муралов выросло. Но мы уже точно знаем, что их 10. И, да, и это классно. Это да. И это классно. А их должно было быть больше, по-моему, да? Их там 20. Ну, я так понимаю, что еще все в процессе. Ну, отлично. Мне кажется, это не закончится. Мне бы очень хотелось, чтобы это не заканчивалось, потому что, во-первых, это красиво. Ну, во-вторых, это предоставление людям, например, новым, молодым художникам, показать себя. Mm-hmm. Я бы вообще в художественных школах делала бы экзамен. Если ты выбираешь мурало-рисование, иди и муралируй. И да. Дипломной муралисты, работой. А есть моралисты. Муралиристируй. Муралавед, в конце концов. Муралавед, да. Именно так. Отличный повод, да, спасибо. Немножко от грустному вернемся. Так. Один из ярких информационных поводов, который также вызвал большой резонанс в обществе, это харьковское ДТП. Lexus, девочка 20-летняя за рулем. Да. Вот. Очень много обсуждения. И сегодня его уже нет. Потому что есть следующий информационный повод. Ну, нет, понимаете? На самом деле есть обсуждение, но это обсуждение, к сожалению, на уровне кухни, на уровне, опять же, странички, потому что мы понимаем, что на 60 дней ее, значит, посадили за решетку, на 60 дней она находится под арестом, и вот на эти 60 дней у нас есть возможность в этой паузе, в этой яме подумать, что с ней будет? Ее действительно освободят, как многие прогнозируют, потому что папа приложит максимум усилий, и суд в этом им поможет. Дальше. Ее таки да накажут, потому что она действительно таки да виновата. Но главное, мы забываем о том, что это происходит каждый день. Да. Вообще, на любом перекрестке. Я был свидетелем, когда, ну, я, правда, это было в Приднестровье, где-то месяц назад. Я проезжал практически, ну, почти на моих глазах, буквально за минуту, тоже представительница одного из олигархических кланов Приднестровья, 20-летняя там девочка на Лексусе сбила насмерть девчонку 15-летнюю, которая переходила то ли по переходу, то ли в 5 метрах от перехода. Ну, естественно, их канал, который там шерифу принадлежит, сразу начали рассказывать, что она там шла не по переходу, а шла в 5 метрах от перехода. Угу. И вообще трали-вали. Ну, подтверждений нет. Но сейчас там тоже как-то все затихает. Хотя ДТП очень резонансное и очень такое... Всегда все в Украине затихает. И это главный тренд. А вы это знаете, самый главный. Большой минус, мне очень хочется, чтобы главным трендом стало смотреть не на чужие поступки, а смотреть на себя в зеркало. Каждое утро смотреть на себя, смотреть на свои поступки и думать о том только, что сделал ты, а не что сделал кто-то другой. И садясь в автомобиль, совершенно пристегивать верно. Себя и сидящих ближе к тебе и близких. И не бухать, извините, пожалуйста. Ну и да. Потом садиться за руль и делать всякие гадости. Буквально недавно моего близкого друга на пешеходном переходе, он переводил велосипед, его сбил автомобиль, перелом основания черепа и так далее, кома. Но, слава богу, с ним все в порядке, он жив-здоров, и дай бог ему здоровье, но это произошло в центре города, на Ришельевской. И такое происходит каждый день. Мы можем вспомнить Мишу Ращенко, который восстанавливается благодаря папе и всем помогающим. И наказание никто не понес. Вы знаете... Хотя все знают, кто это сделал. В последнее время в Одессе настолько много аварий, да. Что нам на сайте пришлось создать отдельную рубрику. Угу. Дорожные новости, потому что их в ленте стало настолько много, что их надо было уже группировать в отдельную группу. Это... очень плохой тренд. Ну, реально. Ты понимаешь, как некоторые говорят, что отсутствие ГАИ, другие говорят, что отсутствие мозга у людей. Чаще всего. Да, третьи говорят, что отсутствие наказания. Мне кажется, что все-таки важность не в наказании, важность в том, что ты думаешь, садясь за руль. Если ты садясь за руль, думаешь, пронесет, вот тебя и проносит, ты делаешь аварию, ты убегаешь. Каждый день, каждую минуту нужно думать о том, что нельзя этого делать. Самому себя заставлять. Я вам вот точно могу сказать, как водитель, который пристегивается. Я знаю, ты пристегиваешься. Да. Я точно вам могу сказать, что вот я как-то ехал за рулем и думаю, вот в чем главный смысл вот всего вот этого движения, да? Как вот я сравнивал движение, дорожное движение и бизнес. Угу. Там вот у себя в голове, как пока ты едешь, ты можешь сам с собой общаться, да?
исключительно следование одним и тем же правилам. Ты едешь со скоростью 60 км в час, и навстречу тебе едет человек 60 км в час, и вы разминаетесь в полуметре. Эти полуметра — это полметра, которые отделяют тебя от жизни и от смерти. Да. Реально отделяют от жизни и от смерти. И только соблюдение, взаимное соблюдение одних и тех же правил в одинаковых условиях гарантирует тебе безопасность твоей жизни. И жизни человека, который едет навстречу. Совершенно верно. Да. И я призываю всех... В первую очередь, не думать о том, что вас не поймает полиция, которой мало, где работают 18-летние сопляки, которые сами правила дорожного движения не знают. Соблюдайте правила дорожного движения, потому что это залог безопасности вашей жизни, семей ваших друзей и вообще, ну, людей в городе, в котором вы живете. Неважно, какие у вас номера. Латвийские, болгарские, грузинские. Просто будьте вы людьми. Правила. Будьте вы да людьми. Даже не знаете, соблюдайте. Соблюдайте правила. Ну, чтобы соблюдать их, надо знать для начала. Ну, да. Как минимум, да. Ну, да. Ми продовжимо спілкування. Тут сьогодні в вечірній Одесі ми розмовляємо з інфопортом, ми розмовляємо з Дмитро Яїцьким, який є головним редактором інфопорта. І за декілька хвилин тут на Народному радіо продовжимо. Попереду найцікавіше. Одесса. Вы слушаете?